Здравствуйте, дорогие зрители! У нас сегодня для вас последние новости из жизни Марио Симарро. Помните такого? Кто ж его не забудет? Вот он отснимался в «Наследниках». Дель Монтери. Из глаз долой, брэк, и смылся. И все его поклонники просто были, поклонницы, были в великом шоке. Вот и поклонники тоже, понимаешь? Да, есть поклонники тоже, да, есть много, да, да. Ну вот, он, короче, сначала очень активно появился на Твиттере. Угу. Он сообщил, что был в Ниагарском водопаде. Ну вот. Да, он впечатлился весьма. Лени моря, я бы тоже впечатлилась, это очень интересно. А товарищ очень любит экстрим. Да, он у нас экстремал, он по Ниагаре даже спустился. Ну, молодец. Народ, правда, тут изучал с лупой фотографии и пытался по спинам определить, где же он находится. И где же оно есть таки? Да. Ну, не знаю, пока вот как-то не удалось определиться. Ну, судя по всему, вот этот самый длинный, который на фотографии щелкает фотоаппаратом, это он и есть. Ну, да. Роста мужика бог не обидел. Да. Ну, а потом поместил фото с какого-то кораблика. Потом выяснилось, с какого. Но пока что было неясно. Ага, мы не знали, гадали, искали. Да. И народ всячески стал опять же предполагать, кто это, чьи руки. Это, а кто-то говорит, руки такие знакомые, во! Вот. Ну, а потом вездесущие папарацци застукали его такие. И обнаружили, что за кораблик был. Это был круизный корабль. Угу. Находился этот кораблик в Карибском море. Ага. А девушка, с которой Марио был, была Ванесса Вильела, с которой да, он расстался до этого, за год до этого. Да. А ты знаешь, кто презентовал ему поездочку по Карибскому морю? Ну как? Его любимые фаны, фанки. Хуанчи, что ли? Да. Ну, молодцы бабы. Бабьё собралось, скинулось. И презентовала. Ну, для европеек это вообще большой подвиг. Любите они его топить, а потом вытаскивать. Ай, ну сначала, да, молодцы девушки. Сначала утопили, потом давай вытаскивать. Да-да-да, это да. Сам топлю, сам вытаскиваю. Хорошо. Заодно пиару побольше. Не говори. Но тут даже еще знаешь, что интересно? В общем, расставались-то они с Ванессой очень тихо. Ага. Марио вообще про это дело ни слова. Но он вообще о своей личной жизни ни слова никогда. Да, он мужик в этом смысле очень уважаемый и уважабельный. Да, а вот Ванесса дала парочку интервью. Ну, ты знаешь, у меня такое ощущение, что, может быть, она не специально их давала, а из нее это как бы вынули. Скорее всего, это им нужно было для пиара. Да, да. Вот, ну, короче говоря, дело темное. Мы не знаем. Важно то, что они опять вместе. Да, да, мне очень приятно на них смотреть, они очень хорошо смотрятся. Смешно было, знаешь что? Когда он после окончания съемок «Наследников» Дель Монте давал интервью на колумбийском канале «Караколь», no. Он сказал, что его подруга с ним, и он очень счастлив. Народ тут же начал искать, кто? Кто? А он там и говорит, типа, она меня вот дома, я пока вот тут с вами тут болтаю, да, она меня там дома ждет. И все, ой, кто это? И вот вам результат, пожалуйста. И вот, пожалуйста, теперь ясно, кто это, где это, зачем. Да, вот. Он на молодец, Марио, молодец, он просто молодец, ничего не скажет. Вот, и вполне доволен жизнью, смотри, как они тут развлекаются. Ой, танцуют себе, погода, видимо, хорошая, целуются. Отлично, очень рад. Ну, а насчет работы тут тоже очень интересно. В общем, короче говоря, примерно в это же самое время, где-то, наверное, в конце июля, начали активно распространяться слухи, что Марио вернется на телевизор. И все просто были в трауре. Ага. Потому что тот товарищ, которому якобы он придет сниматься, Карлос Морено. Ой, не. Да. Вот этого не надо. Да. Ой, Карлос Морено. А главную роль должна играть Сильвия Наварро. Дикое сочетание. Да, а новелка будет ремейк де Пуро Сангре. Ой, ребята, ну Марио что, самоубийца? Ну, вот посмотрим, не знаю. Ну, потом, значит, писали, что может и не к Морено, потому что Морено это отрицал, а может и вообще Карли Эстраде в «Свет ангела». Ну, это было бы, конечно, лучше. Ну, это было бы лучше, Эстрада, она лучше все-таки, умнее, продвинутее, чем
Морено, он такой топорно-деревянный, что смотреть. Ну, говори. Ну, Карло видит что-то там с процессом. Uh-huh. А Морено отрицает наличие переговоров, но источники клянутся, что были такие, были. Uh-huh. Что они уже даже там гонорар оговаривали и все такое прочее. А Марио взял и вынырнул в американском сериале «Необходимая жестокость». Там всех уложил на повал. Это да. Коллеги по съемкам с трудом подобрали челюсти с пола. Да, так это классно. Особенно женская часть. Не говори, как это в обмороке падая и пришипет его, ах, какой! Не, ну да, сейчас, знаешь, на американском телевидении таких экземпляров таких поискать. Нет, это точно. Я да. смотрю упорно, некоторые много сериалов пересматриваю, но таких нету. Ну вот, а потом он опять пропал. Из Твиттера. С концами. Вау. Фаны его пили, я представляю. Ну, фаны даже акцию устроили в интернете. Где ты, Марио? Да. Верни, говорят. Ага. Мы что-то будем. Косвенно. Ну вот. А потом, значит, в Фейсбуке нашлось очень интересное такое вот собрание фотографий. Ага. Фейсбук странного очень персонажа по имени Терри Ф. Смит. Среднее имя у него там неприличное. Какое? Извините, Галис. А? Факинг. Факинг! Да. Вот. Ну, мы там вот увидели и Ванессу, и Марио на съемках рекламного ролика энергетического напитка под названием Big Bear. Вау! Вот. Ну, смотри, как он тут хорошо снимается. Мне нравится. Прекрасно. Железо качать в этом, как его, в бассейне, это что-то. Ну, молодец, молодец. Правильно. Не теряет времени зазря. Упражняется заодно. Ну, и вот тут очень интересные фотографии, конечно, такие. Вот он в бассейне с двумя фефами. Вот, и с напиточком с этим. Типа, вот попьешь напиточкой, вот так вот железяки тягать будешь. Да, и вот такие девушки на тебя, говорят, вешаться пойдут. Но они и без напитка на него вешались. Но с напитком экзотичнее. Что ты понимаешь? Еще лучше. Ну да. Ну вот, а Терри, он, конечно, интересный товарищ, потому что у него там свое шоу какое-то есть на телевидении, и потом он снимается частенько в разных там таких сериалах продвинутых. Ну, посмотрим, что это будет. Потом опять Марио еще... Симару ждать можно чего угодно. Ой, не говори. Вот ничему не удивлюсь. Абсолютно. Ой, на днюхе у Гомеса он был, правда, скрылся от камер. Да. Упал на очередь. Альберто Гомес, он пиар-агентство держит. Угу. Light Concept называется. И у него там в этом агентстве и Ванесса, и Марианна Сиуане, и у него там Глория Треви. У него там, ну, масса интересных людей. Да, народу у него хватает. Да. И вот у него был день рождения. И вот и он написал на Твиттере, что у него там были и Ванесса, и Пабло Азар, и Марио был. Но фотки Ванессы есть, фотки Пабло есть, фотки Марио нигде нет. Ну он же сидит, вон же на фотке, вон за столбиком прячется. Ну, клетчатой рубашоночке. А скал-то явно его, вон. Скал его, да потом рядом с Ванессой опять же. Ну да. Но мне просто интересно, чего он физиономию прячет, с какого такого, с какой-то творческой радости. Я подписал такой. Ну, наверное. Вот. А потом еще он вроде бы в черном русском отснимался. Там не такого рода фильм, чтобы прятать физиономию. Там что-то, наверное, крупнее на кону должно стоять. Потому что в черном русском у него очень небольшая роль. Я сценарий читала, там пару-тройку сцены есть. Роль, правда, важная для смысла фильма, но маленькая. Роль играет этот вот кошмар индийский. Да, по имени Амар. Водки не выпью. Вот, ну и девушки тут, смотри, какие. Наташа Власик и Данила Белорайн. Власик, она еще ничего. Голодный год за 100 вареников, съедобно. Ну, девушка наша, советская, нечего езжать. Не, ну да. Вот и опять тишина. Пока что. Любимая нами всеми Телемунда не выложила фото. Празднование дня рождения Аурелио Васкарселя. И шо? Ну что, вот, он продюсер Телемунда RTI. Это он был второй жизнь, что ли, продюсировал?
Да-да-да, это он. Ой, Марио, хитюга какая. Ну-ка, вот, и вот Марио там с Ванессой там вот смотрели. Отжигали. Ой, были, вся публика там с второй жизни, какая прелесть. Были приглашены, ну вот моя любимая Жанет Леон. Марио сменил имидж. Марио сменил имидж. После наследников шляпочки полюбил резко. Да, резко полюбил шляпы. Угу. Ну, нормально, хорошо выглядит. Выглядит он замечательно, ничего не скажешь, просто фонтан. Да он всегда хорошо выглядит, и этому да. человеку все к лицу. Это да. Потом опять провал. Ага. Вот. Ну, провал информации, в информации. Да, да, да. Что, чего, куда, непонятно. А потом опять началось. Во-первых, он дал интервью костариканской прессе. Там, значит, должны были показывать наследников начать. И он дал интервью и сказал, что отснялся в черном русском. И заканчивает еще одну картину под названием Light Up My Heart. Нифига себе. Что за картина? Чего вообще непонятно? В интернете. А что в интернете? Нету ноль информации. Вообще? Вообще, ясно только одно, что вот продюсер картины Андреас Барахона или Бараона, в общем, и все. Угу. Главное, чтобы он не был барахлона. Остальное сойдет. Потом опять пошли разговоры о Марио Сильви Наварро. Ой, мама. Как о главных героях новеллы Кароса Марио. Не надо так издеваться. Нет, я вижу, что претендент еще Рули и Фуэнте. Это Хай Фуэнте будет. Да вот. Люди уверяют, что источник прямо из офиса Морено клянется, что Карлос вел переговоры с Марио. Значит, Марио его должен послать. Он их и послал. Что ты говоришь, приятный? Я серьезно тебе говорю. Отказался он. Не подтвердил свое участие. Молодец. Ну, думаю, что к лучшему, потому что... У него шея железная, а скал совершенно обалденный. Нет, ну, у Криса эксклюзив с телевизора. Теперь куда засунут, там и будет сниматься, если ты же его никуда не попрешь. А Морено и Сильвия, они такие люди добрые, нежные и чудесные, да, что глотку выкусят, не поморщатся. Ну, ты знаешь, что Крис, он сам не подарок, так что там такой коктейль будет. Молотова. Да, Молотова и в зернах им. Я думаю, что Марио туда был лишний. Абсолютно, абсолютно. В этот террариум единомышленников. Не нужен он там в этом. Он мальчик умный, то есть мужчина умный, он знает, что делает. Ну, ну тут у него, конечно... Явно появится на экранах. Да, да, потому что если слухи пошли, все, где-то должен он уже появиться. Уже полгода прошло после съемок наследников. А тут я вижу, будет крайне неприятное событие. Да, веселым не назовешь событие, это умер его пес Мамбо. Известный его пес, жалко, бедный. Бедный Марио. Он да, потому что собака... в Твиттере пытался держаться и даже типа радовался, что собака наконец попала в рай, но я не думаю, что это его действительно так уж обрадовало. Ну, ты понимаешь, собака, 12 лет собака с ним. Где она только с ним не была? Вот там и рыбалка тебе, и съемки. И учились они вместе, он, видишь, как два котика с двумя ноутбуками. Ну да. И возил он его везде, и в общем... Ну эта собака была его единственный, по-моему, лучший друг. Во всяком случае, единственный, кому он действительно доверял, кроме, может быть, Ванессы. Ну ты понимаешь, собака, она такое существо, которое никогда не продаст, в отличие от людей, к сожалению. Поэтому для Марио сейчас должно быть очень тяжело. Да. Мамбо же еще и... Заслуженный актер у нас, он же у нас снимал. Да, он снимался и снимался. Да, во второй жизни вот он снялся, в предательстве. Да. Сцена у него была. И даже в этих наследниках было пара сцен. И в наследниках, и было уже видно, что... Видно было, что он очень старенький. Да, собака уже вообще, конечно. Ну, сочувствуем, сочувствуем. Да, мы действительно сочувствуем, это очень больно. Но, надеюсь, он быстро возьмет себе щенка и... Да, да, да. Вот единственный выход, кстати, и работа. Ну да, и надеемся. И работа. Как-то... Надеемся, что наберется сил. И будет работать. И будет работать. И появится перед публикой, которая его на самом деле очень ждет. Да, мы его действительно уважаем, действительно очень любим. Так что удачи тебе, Марио. Да, желаю всем ходи наверх, чтобы у тебя все было хорошо. Вот, удачи вам, зрители. На этом мы с вами на сегодня прощаемся. Приходите почаще, заглядывайте к нам каждый день. У нас каждый день новости и новые передачи. Счастливо!